граждане! Солдаты! Соберитесь! Не поддавайте страху! Мы истинные хозяева Константинополя! Это наша с вами земля! Мы византийцы! Смелее! Держитесь! Пусть ничто не сломит вашего... дерьмо! Убить его! Сейчас же! Остановись и подумай о жизни отнятых тобой сегодня и об анархии, что ты посеял. Ты использовал этих бедных и несчастных людей для достижения своих личных целей! Но мы сражаемся за правду, ассасин! Мы хотим вернуть мир этой земле! Тамплиеры любят говорить о мире, но не любят уступать власть. Потому что власть несет мир, кретин! Наоборот, не бывает! Эти люди погибнут без твердой руки, что направит их и укажет им на их место. Тебе конец. Готовься к смерти. Отходи, и получишь награду по заслугам! Я должен был стать наследником Константина. У меня были планы. Твои мечты умрут с тобой, Мануил. Империя умерла. А, но так как я, думают, многие ассасин, весь наш орден живет одной мечтой. Атаманы, византийцы, а это ярлыки, костюмы и маски. Все тамплиеры, что носят их, принадлежат одной семье. Хватит болтать. Я пришел за ключом Масиафа. Забирай. Забирай. Найди свое сокровище. Посмотрим, сможешь ли ты дойти до библиотеки без греческого клинка в спине. Мануил, последний из палеологов. Не стоило ставить его во главе экспедиции в Масиаф. Он был слишком надменным и своевольным. Я разочарован, Ахмед. Ты тамплиер? Да, ибо я устал от кровавых войн, что сталкивают отца с сыном, а брата с братом. Мир возможен лишь тогда, когда люди станут единым целым под властью высшего разума. Тайны великого храма приведут нас к цели, а Альтаир укажет путь. Вряд ли. Секреты Альтаира не для вас. Я не собираюсь спорить, Эцио. Мне нужны ключи Масиафа. Ключи? Что, этот не последний? Вроде бы нет. Но стоит спросить того, кто знает лучше. София Сартор. Так ее зовут? Она не знает. Не тронь ее! Посмотрим. Тронешь ее, я убью тебя! Ну, попробуй.
Никола Поло, мы мало времени провели вместе, но я верю, что этот кодекс даст ответы на многие твои вопросы. Альтаир, это дар бесценен. Грация. Ну, и куда ты теперь? Пока обратно в Константинополь. Создадим там гильдию и назад в Венецию. Твой сын Марко будет в восторге от папиных историй. Пока он еще слишком мал для них. Но со временем... Си. Отец, передовой отряд монголов прорвался. Они уже в деревне. Никола, твой груз и провиант ждут тебя у ворот деревни. Мы проводим тебя туда. Спасибо. Готовьте катапульты и ждите сигнала. Стойте тут. Помогите! Я его вижу! За ним! Держись рядом. Сюда. Идем сюда.
Они теснят меня! На помощь! Идем. Сюда. Отец, ты как? Дай передохнуть. Конец эпохи. Когда я был молод, я наивно полагал, что наша кредо положит конец всем этим конфликтам. Если бы мне хватило смирения сказать себе, я многое повидал в жизни. Я сделал все, что мог. И все же высшая слава в том, чтобы сражаться за истину. Мы готовы. И вот что, Никола. Возьми их с собой и храни как зеницу ока. Лучше спрячь. Артефакты? Вроде того. Это ключи. В каждом из них сообщение. А для кого они? Если б я знал. Прости мне мой торопливый почерк, Клаудия. За это время произошли многие события, в основном печальные. Я снова направляюсь в Константинополь, преследую предателя, коварство которого открылось лишь недавно. Принц Ахмед, дядя Сулеймана, оказался главой местных тамплиеров. Это он организовал поход на Масиаф, и он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить ключи, которые сейчас в руках ассасинов. Так что же меня держит? Почему я не отправляюсь с ключами в Масиаф? Потому что я был неосторожен. Тамплиеры знают о Софии и ищут ее. О боже, Клаудия. Если с Софией что-нибудь случится, я не смогу с этим жить. Я втянул ее в войну, о которой она даже не знает. Если с ней случится беда, бремя вины будет на мне вечно. Граждане империи и наши заморские гости, внимайте! По приказу янычаров новые ограничения наложены на въезд и выезд из города. Знаете также, что награда в 10 тысяч акче будет пожалована любому, кто выдаст место, где скрывается ассасин Эцио Аудиторе.